И всем привет, друзья! С вами Макс! Мы как раз сами будем играть в Майнкрафт ПК. Всем приятного просмотра! Итак, ребят, сегодня мы с вами будем опять копаться в шахте. Может быть, что-нибудь такое найдем нужное. Ну что ж, погнали. Так, я хочу найти, где же моя еда. Моя еда очень открывается из сундук. Нету. А где она? А, вот она. Господи, не заметил. Ну что ж, ребят, погнали. Еда, факелы, кирки и все остальное у нас есть. Погнали. Это очень хорошо. Шо-шо. Сделаем, ребят, с вами вторую железную кирку. Потому что это у нас на исходе. И скоро сломается. Ребят, особо нечего комментировать. Просто будем копаться. И все. Здесь об этом с вами найдем алмазики. Потому что это самая, ребят, важная руда. Алмазики. Погнали. Ищем алмазики. Ведь алмазики — это самая лучшая и важная руда на свете. Просто, ребят, копаемся. О, железо. Железо, ребят, нам пригодится. Железо будет нам нужно. Ребят, все-таки хочется что-то такое дельное. Ну, уголь. Да, он пригодится, но все равно. Алмазики важнее угля. Ребят, процесс искания так называемого алмазов — это очень долго. Мы все, ребят, это не понаслышке знаем. И да, ребят, рубрика Мадава 2 возвращается. Может быть, я завтра выпущу ролик по Мадауту, не знаю. Извиняюсь, случайно. Пока уголь, да уголь. Ничего такого нету. Наконец-то, ребят, лазуритик, лазуритик. Ура! Он нам пригодится, ребят, для зачарования.
Здесь, ребят, в дальнейшем мы с вами сделаем книжный стол и будем зачаровывать наши вещи, наши инструменты. Не знаю, ребят, у меня уже падает надежда на то, что мы найдем с вами алмаз. Я не думаю, что мы что-то с вами найдем. Прямо в зоне там угля и железа. Изумрудики нам вообще не попадаются, алмазы тоже самое. Ребят, в каком видео мы вообще с вами алмазы добывали? Я просто не помню. Опа! Сейчас будет битва с зомби. На, получай, где ты атакуешь меня? Иди сюда, вредный. Иди сюда. На тебе. О, скелет. Иди сюда, мой хороший. Все хорошо, ребят. Я очень добрый. Прибри. Ладно, ребят, давайте уголь добывать, потому что алмазы мы с вами никак не найдем, хотя бы уголь будем. Че, уголь да уголь. Он нам пригодится для печек и факелов. А для чего еще? Ну, в основном. Для печек и факелов. Не обращайте внимания. На звуки. Да, этот зомби дурак. Он думал, что я его не трону. Копаемся, ребята. Я собираюсь так, ребят, дойти до железа. Не знаю, зачем, хотя я могу просто перепрыгнуть, но это не важно. Просто хочется, просто нечем заняться. Но ничего не падает, кроме железа и угля. Ну и лазурит нам попался. Хотя бы что-то будем брать. Ребят, ну, в основном GTA 5 будет выходить, ну, с Майнкрафтом пока, конечно же, по выходным. А Майнкрафт, а GTA San Andreas Vice City, она будет чаще на моем канале, она будет выходить по будням. Ну, когда я, конечно, в силах буду. Потому что
что, ребят, для вас вот GTA San Andreas, извиняюсь, и Vice City это сложно. То есть, например, проходишь много миссий, запись идет очень долго. И мне приходится врезать вот эти вот долгие поездки. Потому что если мы будем вот так вот делать с поездками, еще могут быть неудачные попытки, то смысл? Будет неинтересно просто, пока ты доедешь, пока ты выйдешь там. Не знаю. То же самое попытки. У меня не с первых разов я могу пройти задание. Вот. Это крайне редко. Кстати, ребят, кто следит за моим каналом хорошо-хорошо, тот уже знает то, что мы в GTA San Andreas дошли до Сан-Фьерро. Скоро дойдем до Лас-Вентураса, потом мы вернемся в Лос-Сантос и будет концовочка. Конечно, в GTA San Andreas после концовки может еще будут выходить ролики. Я же игру GTA 5 прошел, для вас пилю ролики, может быть еще что-то будет. А может я закрою эту рубрику навсегда, GTA San Andreas, ребят, я не знаю ничего. То же самое в Vice City. Мы ее пройдем, не знаю, хрен знает когда. То же самое, как GTA San Andreas. Не знаю, что будет дальше. Буду ли я дальше снимать после концовок или нет. Без понятия. Думаю, да. Вот, например, в GTA San Andreas я обожаю кататься на мотоциклах. Вот. Ребят, мне уже надоело. И GTA 3 то же самое. Я не знаю, вот когда я ее пройду, я не знаю, что дальше будет. Закрою ли я эту рубрику? Скорее всего, да, закрою GTA 3 после прохождения. Потому что там особо нечего делать. Хотя можно что-то. Короче, я ни разу не проходил вот эти игры, кроме GTA 5, до конца. Ну и Майнкрафта ни разу до конца не проходил. Добываем уголь. Ребят, вот почему вы мне не пишете комментарии? Просмотров много, пальцев вверх в основном мало, а комментарии редко пишут. Вот, ребят, напишите в комментариях, как назвать собак и делать ли мне прохождение GTA 5 на записи. На видео проходите. Пишите в комментах. То же самое Modout 2. Про задание. Я не знаю. Я, честно говоря, вообще не в курсе, но в Modout 2 есть концовка. Ребят, кто играет в Modout 2, напишите в комментариях. Есть ли концовка в Modout 2? Хотя в любой игре есть концовка. Ну, конечно, кроме Brawl Stars. Я много раз слышал. Чуть-чуть играл. На канале были ролики, поэтому я их удалил, потому что хрень была. Там, ребят, концовки нет. Ну как вам сказать, можно самим создать концовку. Это просто себе все кубки сделать, это крайне сложно. Прокачать всех бойцов на максимальный ранг и достать всех бойцов. И всех же прокачать на звездные силы и на какие-то способности, что ли, вот эти дополнительные. Ибо, честно говоря, господи, Бравл Старс скатился. В том смысле, то, что брали ящики. Этот просто в интернете кишат эти ролики, то, что ящики мы вас не забудем. Да, ребят, я правда, я играл пару раз в Бравл Старс, да. Ящики это было все, что у нас было. Они у нас останутся в наших сердцах. Это сложно. Отпустить. Не знаю, может суперсиловцы вернут ящики? Не знаю.
Тем временем мы все складываем, спим и заканчиваем ролик. Ну что ж, ребята, на этом заканчивается. Я была Максим Синграфтер, играли в Майнкрафт. Пока, всем пока!